Уважаемые господа, представляю вам ресторанчик в Бениху. Здесь три ресторана, но вот уже последние несколько лет я Венто Мореро. Мореро – это фамилия хозяина и шеф-повара. Есть еще ресторанчик. Во вторник здесь выходной. Здесь есть еще ресторанчик чуть ниже, с хорошей парковочкой. И есть один ресторанчик, вот, Эль Фронтон, чуть выше. Тоже есть у них парковка. И я там вот первоначально, там, ну, 10 лет назад, когда я вот стал сюда приезжать, я там вот пару лет туда приезжал, именно вот этот Эль Фронтон. Ну, во всех ресторанах был, и я все-таки останавливаюсь именно вот этот Венто Мореро. Не в виде рекламы, а вот просто как бы совет. Если кто-то был здесь и был в других ресторанах, пожалуйста, в комментариях напишите. Даже если у вас будет другая точка зрения, пожалуйста, приветствуется. Сколько людей, столько мнений, я свое мнение. Итак, сегодня низкая облачность. С одной стороны, это красиво. Вот так над горами. Уже достаточно много людей, вот практически почти все столики с видом на океан заняты. Примерно 20 столиков здесь, так что хватает места. Вот. Обслуживающий персонал доброжелательный, быстро работают. Большая парковка, это тоже очень актуально, потому что здесь, если не на парковках около ресторанов, есть еще место около начала тропы, но там на 5 машин примерно. Итак, сейчас немножко по тропе. Начало тропы, я говорил 5-6 машин, да? Вот, так я ошибся. Вот все на 3 машины, чтобы нормально поставить. И то, вот сейчас вот красная отъехала, а стояла не по правилам. Как бы теоретически ее можно припарковать, но как бы с нарушением. Начало тропы, кто будет здесь, 300 ступеней, поэтому кто не уверен, тот лучше, ну, чтобы пройти, посмотреть, там 10 ступеней, там 20 можно, но кто не уверен в возможности, кто лучше до конца не спускаться, потом тяжело подниматься. Итак, вот тропа. Тот ресторанчик, что я говорил, по моему личному рейтингу на втором месте. Очень красивые скалы. Оборудовано все для подъема и для спуска нормально, поэтому, в принципе, если потихонечку, то 300 ступеней, я думаю, любой человек может спокойно. Тем более после обеда я как бы туристам всегда рекомендую, чтобы не сразу садиться в машину, чтобы на серпантинах не укачало, сначала немножко прогуляться. Так что вот это какая-то прогулка, чтобы обед не возвращался. Итак, отсюда хорошо виден пляж. Сильная волна, поэтому он не во всей красе. Когда волна меньше, то зона для купания, вот этот сам песочек красивый, ну и живописно вот эти скалы.
ступеньки ниже и ниже идут. Судя по всему, серфингисты, вот специальные костюмы такие. Издалека не видно, по-моему, доска, который ближе человек сюда к видеокамере. И вид на ближайший ресторан снизу вверх. Ну, я думаю, имеем представление. И красивый вид в другую сторону от дорожки. По направлению Кроки де Лас Бодегас. Ну и Таганана, кто ориентируется по карте. Завораживающий, конечно, вид. Недаром во всех форумах его хвалят.